Что там? Где мальчик? А отвела ребеночка. Нашлись люди, приютили. Вот видишь, не побоялись. Да кто ж теперь не боится? Тоже дрожат. Самые верные друзья попрятались все, куда-то исчезли, никого не найти. А первый друг, Петр, первый отрекся. Ты ругаешься нехорошо. Почему нехорошо? А потому и нехорошо. Почему нехорошо? Можешь объяснить членораздельно. Что? Почему, спрашиваю, нехорошо? А вот он что говорит? Других судить не надо. Тогда и тебя судить не будут. Не знаю, не слышала, чтобы он это говорил. А ты спроси тех, кто слышал. Все что-нибудь дослышали. Каждый что-нибудь дослышал. Мы, говорят, ученики. Учились, учились, ничему не научились. Я все-таки пойду. Куда? Туда, где он. Сейчас? Зачем? Не знаю. Лягу на гробницу, полежу. Заберут. Ну и заберут. Тогда я тоже с тобой. Пускай видят. Пришел, сказал, чтобы я убирался. Не хватает, чтобы меня у них нашли. Еще один смельчак. Я есть хочу. А что ты сразу начинаешь ныть, как будто ему не дают? Не дадут, тогда и будешь ныть. Ну она начинает опять, а? Потому что не строй себя, ребеночка. Не ссорьтесь. Поцелуй его. Я и тебя могу поцеловать. Мы уйдем, а его куда денешь? Я дома буду, я есть хочу. Сейчас я тебя покормлю. Дай сюда. А вы куда собрались? Мы в Иерусалим идем. Зачем? Пойдем в гробницу, где лежит Иисус. В гробнице его уже нет! Как? Как нет? Так, нет. Где же он? Ну, его унесли куда-то. А кто унес?
Куда унесли? Неизвестно, ну кто-то вытащил и унес. Кто-то недослышал, недопонял и болтает. Мам, ну на обед начинают, а? Потому что объясни мне, да разве ты что-то там недопонял? Да об этом уже все говорят. Женщины пришли к пещере. Камень отвален, пещера пустая, никого там нет. Припомни, какие женщины ходили, кто это видел? Магдалина, еще кто-то. Магдалине верить нельзя, а она истеричка. А если бы Петр видел то же самое? Только потому что я это говорю, мне никто не верит. Постой. Что они видели там? Просто пустая пещера? Просто пустая пещера. И только пелена лежат, в которой он был обернут. Белые пелены в крови. Вена! Вена, он же был обернут! Если это правда, надо разобраться. Может, его эти негодяи утащили, фарисеи, и зарыли где-нибудь там, в другом месте, чтобы никто не смог прийти к этой пещере. Не встретились люди бы, пришедшие туда. Не посмотрели бы друг другу в глаза, не подумали бы чего-нибудь. Говорят наоборот! Его унесли друзья и спрятали в надежном месте. Как они тебя спрятали, так они его спрятали. А может быть, он все-таки остался жив? Надо и перестать. Думают, замучили его до смерти, а он жив. Пойдем туда. Там все выясним. Нечего верить слухам, да еще из десятых уст. Это что? Сейчас как раз нельзя отлучаться. А в случае чего, куда ему идти? Он же домой придет. Придет, а нас дома нет. Мария, бедная ты моя, да ты послушай себя, что ты говоришь. Он же 3 часа висел на кресте, потом специально проверяли, что он умер. Слушай, ты иди, узнай там все и мне расскажешь. А мне бы прибраться. Беспорядок-то какой. Сынок, помоги мне, чтоб побыстрее. Я есть хочу. Говорят тебе, помоги, растормозись немножко. Здравствуй, Мария. Ты слышал? Иисуса не нашли в гробнице. Путаница какая-то. Но вы пока молчите. Если что спросим, ничего не знаем. А что ты всех пугаешь? Все время пугает. Сам трясется, хочет, чтобы все тряслись. Зачем тогда пришел сюда? Я пришел только дать совет. А ваше дело принять к сведению и наплевать, что обычно вы и делаете. Ну тогда смотрите сами. Нет, он все правильно говорит. Мы сейчас надо молчать, мы потом наговоримся, когда он объявится. А кто объявится? Помолчи, Мария. А, секрет. Только потом ко мне не бегите. Мария. Так, сядь и послушай. Сядь сюда. И вы все послушайте. Сейчас тут за дверью стоит один человек. Римлянин, меценат, путешественник. Он просит привести его сюда. Просто познакомиться с семьей. Иисус он почитает и сам возмущен этой бессмысленной казнью. Словом, это мой товарищ, я бы даже сказал друг. Интересно, как ты с ним подружился? Поставлял женщину или продавал сувениры? Сестра, она так не думает. Почему так и думает? Словом, человек все за дверью. Специально сюда ехал. Что ж, оставим его там стоять и все-таки разрешим зайти. Ну, конечно, пусть входит. Что ж, мы столько времени держим человека за дверью. Так, это условие. Никаких споров, никаких намеков. Это может плохо кончиться для всех. Все-таки человек из Рима. Добрый друг донесет властям. Вот именно вот такие разговорчики я имел в виду. Мама, есть когда? Уйдет, тогда поешь. Прошу, прошу вас, прошу. Прошу. Немножко врасплох, но ничего. Ничего. Это вот его мать, это ее сестра, это брат. Познакомьтесь, это наш гость из Рима. Благодарю вас за то, что согласились меня принять. Прошу прощения, что я явился к вам в такой момент. Виновата вы? А вы не слышали, что там? А, все это потом, Мария. Ну вот это вот, вот это вот по существу и был его уголок. Да, вот это вот полочка, которую он, собственно, обычно выпилил. Узор несколько национальный, может быть, но ничего. А наверху сохранилась кроватка, в которой он спал в детстве. Можем подняться, посмотреть. Не суетись. Что такое? Что опять не так? Ты забыла, наш гость из Рима? Почему бы не посуетиться перед ним? Я, кажется, просил. Ничего, это естественно. Но если бы вы узнали меня поближе, ваша неприязнь, надеюсь, уменьшилась. Вы знаете, я не люблю об этом рассуждать, но мне непонятно, вот это оголтелое неприятие всего чужеземного. Особенно римского. Да, нет, Рим – это Рим. А весь остальной мир создан для его удовольствия. Я просил. А половина римских императоров были негодяи. И у каждого руки по локоть в крови. Продолжай. Если тебе не дорога жизнь, продолжай. Быть осужденной за учение Иисуса для меня только радость.
Вас будут ненавидеть за одно только имя мое. Вот что он сказал. А я тебе другие его слова напомню. Всякая власть от кого она? От Бога. Не говорил он этого. Это ты сейчас сам придумал. Теперь начнут придумывать, потому что он уже больше никому ничего не может ответить. Ваша сестра Мария, мне кажется, ближе к истине. Всякая власть в какой-то мере зло. Мне приятно слышать. Владычество Рима тяжелое бремя, я понимаю вас. Римлянам смешно рассчитывать на любовь к порабощенной стране, однако всякая ненависть, в том числе и к властям, тоже зло. И в свою очередь порождает ненависть, разве не так? Знаете, это очень, очень интересная мысль. Кто знает, может случиться так, что последователи вашего брата когда-нибудь обретут власть и будут преследовать и казнить тех, кто мыслит иначе. Как вы можете так говорить? Простите, так, разврат ума. Счастлив, что познакомился с вами и сохранил самое искреннее уважение. Но с другими не советую говорить так откровенно. Вы правы, сейчас надо молчать. Но Иисус, он же ничего плохого не хотел. Он же хорошего хотел, одного хорошего. Ну, никто ведь не спорит, и так, собственно, все ясно. Вы, наверное, путешествовали много. Насмотрелись всего. Тщеславие, злословие, гордыня. Вино пьют уже не для веселья, а из-за распущенности. А веселье все равно становится все меньше. Многие живут завистью друг к другу. И некоторые ради своего превосходства готовы пожертвовать всем, даже жизнью. А хорошо ли это? Каждый желает отделиться от других. Впадает в уныние. А он что говорил? У него же слова все были простые. Только простые слова, я их часто слышала. Сострадание, милосердие, братство, любовь. Не просто любовь жены и мужа, а вообще любовь к ближнему. А это значит к любому человеку. Вот и все почти слова. Но еще терпение, это понятно. И главное, это не ради кого-то, а ради собственного же блага. Для своей же радости и покоя. А у кого в душе есть радость, тот из других поделиться может. Я понятно говорю. Да понятно, понятно. Если бы я мог верить, как вы. Так это просто. Это как раз очень просто. Что вы, я боюсь забот, страданий. Люблю наслаждение. Вы были в Риме. Дошло. Я был в Риме, я живу в Риме, и там, видимо, умру. Я никогда не был в Риме. Опа, это большое упущение. Я бы мог тебе кое-что рассказать. Впрочем, и ты мне можешь кое-что рассказать. Но я ничего не знаю. Ну, ты же в Галилее. Я и сейчас здесь живу. Тогда давай так. Я тебе расскажу про Рим, а ты мне кое-что расскажешь про своего брата. Ну, знаете что, давайте поднимемся наверх. Там вам никто не будет мешать. Прошу, прошу вас. Прошу сюда. Мария. Мария. Слушай, давай подарим ему полочку, а? Зачем она здесь висит? Так, для украшения, а он... Коллекционер, для него это ценность. Хочешь подарить полочку? Тебе-то какое дело? Мария, он продаст ее. Почему она все время подозревает меня в мошенничестве? Потому что, ежели ты даже совершаешь честный поступок, я невольно начинаю думать, зачем тебе это понадобилось. Полочку нехорошо. Будто специально дожидались, и вот распоряжаемся его вещами. Ну, тогда давайте подарим ему палку. А? Палку, надеюсь, никто жалеть не будет? Это его дорожный посох. Он с ним ходил. Нельзя. Значит, нельзя. Ну, тогда давайте подарим ремешок от его сандалии. Ремешок можно? Его ремешок нельзя. Да вы поймите, что теперь интересно именно то, что принадлежало ему. Не тебе, и не тебе, и не мне, а ему. Как же быть-то? Мария! Мария! Ты чего не слышала, а? Да нет, за вас я их спрашиваю. Никто ничего не говорит. А ваши? Ваши ничего не слышали, а? Какие наши? Да ладно тебе, конспираторы. Сейчас до вас и дела-то никому нету. Ну как же там, вы ничего не слышали, а? Так, что мы должны были слышать? Ой, все слова боятся сказать. Ну а ты? Ты вертишься там с высокопоставленными. Уж наверняка, краем уха, хоть что-нибудь дослышал. Слушай, что ты такое пристала, а? Никто ничего не слышал. Ну давай, пошла. Пошла! А я слышала! Он жив! Он жив, Мария! Кто жив? Твой сын жив, он воскрес, Мария. Это в каком смысле? Они его убили, а
он жив. Они его распяли, а он воскрес. Вот в каком смысле. Как воскрес? Что-то неясно. Ну вот люди. Когда он сам об этом говорил, верили, что так и будет. А когда на самом деле произошло, не верят, а? Все-таки, а что произошло? Да произошло! Воскрес он! Воскрес! Как и сам предсказывал. А? Ну что теперь ему будет? А как теперь его накажут? Подожди, подожди. Ты говоришь, он предсказывал, а я что-то не помню. Может, прослушала. Да как же, он же говорил. Он говорил, что пройдет через смерть и вернется для новой жизни. Вот, тогда верили, а сейчас вот говорим, а поверить боимся. А мне не говорил. Другим сказал, а матери ни слова. А кто видел? А, это как, ой, Магдалина, своими глазами. Магдалина, одержимая женщина, ее отношение к Иисусу вполне понятная галлюцинация. Так значит, она больше всех его любила, раз первая увидела. Вот. Ну, сначала ей тоже не поверили. Но некоторые женщины, которые ходили к гробнице, рассказывали, что видели там ангела. А некоторые видели и двух. Вот они отвалили камень от гроба, чтобы Иисус мог встать и уйти. Мне вот интересно, видишь, сколько ангелу будет к утру. Я же говорила, что он жив! Конечно, трудно, но если он даже, так сказать, это воскрес в сердцах любящих людей, то это уже само по себе чудо. Ведь они что хотели? Они хотели убить веру в наше освобождение, а ее убить нельзя. И вот она воскресла. Тихо! Я требую, чтобы ты сидела тихо! Вы что, не понимаете? Какая теперь начнется шумиха? А что, если там наверху тоже поверили в эту историю, там тоже знаете умье? Начнут его искать. Где его будут искать? Прежде всего здесь. За домом уже установлено наблюдение. Каждый, кто сюда зашел, уже на заметке. В случае чего за себя не беспокойся. Я заверю, что ты их верный раб. Я сейчас так врежу. Давай. Гостю будет интересно. Увезет домой яркое впечатление. Ой, ругаетесь в такой день. Лучше бы я не приходила к вам. Я прошу прощения за эту сцену. Кстати, не обращайте на меня внимания, меня нет. Если эту фанатичку не остановит, она здесь всех забудет. Верный раб. Послушный раб. Ух ты. Давайте я вас покормлю. Все хотят есть. Да кто хочет есть, никто не хочет есть. Говори за всех. Да ты-то хоть помолчи. Ну что же, все будут молчать, ты один будешь говорить. Послушай, Мария. И ты вела бы себя как-нибудь покультурнее. А что ты всем делаешь замечания, а? Все молчите, он один будет говорить. Никто ничего не понимает, он один все понимает. Никто не хочет есть, он не хочет есть, он главнее всех. Скинь, недотепа! Сами не можете понять, но послушайте других! Давайте уже установим какой-нибудь порядок. Кто будет устанавливать? Ты? Я. Я во всяком случае старший. Не ты старший, не ты. Старшего дома нет. Мария, я, конечно, не хочу тебя обидеть, но ты припомни, часто он здесь был? Часто ты его видела? Да он был выше всего вот этого! Неправда. Что неправда? Что неправда? Он любил нас. Он и уходил из дому, а все равно нас любил. Он отовсюду посылал нам, где бы ни был. Что он нам посылал? Привет и ласку. Привет и ласку. Не смейся ты. Не надо смеяться. Да что же ты говоришь, а? Ведь он же брат твой. Да брат, поэтому и говорю. Мертвых-то мы все умеем любить, особенно теперь. Это для вас он был Иисус, а для нас был просто Иисус. И были у него свои достоинства, и свои недостатки, и свои завихрения. Что касается меня, то я не во всем был с ним согласен. Случалось с ним и поспорить, скажем, по вопросу. Любопытно, о чем же вы спорили? Ну, это, знаете, наше внутреннее дело. Во всяком случае, если бы он был жив, он не стал причинять неприятности своей семье. Тяжело тебе будет жить. Ох, как тяжело. О, Мария, я говорю, что ты тоже научилась предсказывать. Это почему не будет тяжело жить, да? Считаешь, что вокруг тебя глупые люди? Трудно тебе будет с глупыми всю жизнь. Что там? Иду по улицам Галилеи. Никого. Все лавки заперты, все сидят по домам, выглядывают в окошки, чего-то ждут. А чего ждать? Все, что должно было произойти, уже произошло. А что произошло? Слухи ходят, а толком никто ничего не скажет. Я для того и пришел, чтобы рассказать, что произошло. Потому что ты, Мария, теперь будешь жить совсем иначе. Тебе, Мария, теперь предстоит совсем другая жизнь. Ты уж не пугай меня. Вечером все мои его ученики собрались, как прежде, за трапезой.
чтобы вспомнить учителя. Все двери были заперты, и тут вдруг он появился между нами. Никто не заметил, как и когда. На руках и ногах его были раны от гвоздей, и он сказал только два слова. «Мир вам!» А мы даже не нашли, что сказать ему в ответ. Мы растерялись. А ведь он и прежде говорил, что там, где соберутся во имя его, там и он будет между ними. Мне кажется, он это говорил все-таки несколько в переносном смысле. А у меня и стол-то не накрыт. А вдруг заявится голодный? Вот всегда так. Прибежит, нашлось что-нибудь поесть, а не нашлось куда-то дальше кушать. Да ты что? А ну-ка вставай. Вставай сейчас же, что тебе в голову-то сбрело? Мария, прости меня за просьбу такую. Ты, мать, поймешь его. Сын мой, мальчик мой болеет. Все говорят, надежды нет. Устала я. Укрепи меня моей надежде. Благослови. Вот о чем я тебе говорил, Мария. Теперь к тебе многие придут, Мать Божья. И те, кто не верили попозже, но тоже придут. Так а что же мне? А мне с ней делать? Так и будем стоять. А ты возложи ей руки на голову и пожелай добра. Ну вот, возложила. Пожелала добра? Ну это как же? Ну все? Все, женщина! Давай! Вставай! Вставай и ступай! И рассказывай то, что я тут рассказал, и ссылайся прямо на меня! Мария, могла ли ты знать? Могли ли мы подумать? Еще вчера! Да что же? Что, девочка? Могла ли ты подумать? А вы ругаетесь? Да разве можно в такой день ругаться? Да все должны в мире жить, а вы ругаетесь. Ой, мальчик! Ты что отворачиваешься? Отворачивается! Твой брат! Воскрес! Иисус воскрес! Все, женщина, ступай, только смотри, рассказывать будешь, ничего не перепутай, а то начнут сейчас добавлять, что было, чего не было, ступай, люди, выходите, теперь бояться нечего, теперь пусть они и боятся, Иисус воскрес, давай, люди, ступай. Люди, выходите! Все выходите, теперь бояться нечего. Теперь пусть они боятся. Мария, людей не бойся. Кому нужна помощь, помоги. Да что я могу? Я же не умею ничего. Да на ничего сумеешь. Да уж поверь, что не сумею. Если он больной или она бесплодная, так что же я-то могу только позориться? Сказать им ничего не сумею. Он же твой сын. Ну, мой. Ну, Бог же почему-то тебя избрал для этого. Ну, меня. А почему так случилось? Мы, признаться, тоже думали, гадали, пытались постичь. Некоторые, честно говоря, девятся. Есть же женщины и поумнее, и покрасивее, чем ты. Это уж ты не будешь отрицать. Да в том-то и дело. Да я же сама, признаться, думала. Думала, да и бросила. Но ты говоришь, надо что-то делать. А что делать? А с другой стороны, ты посмотри на себя. И вы все посмотрите! И вы все тоже посмотрите! Тебе сколько лет? Уж под 50, наверное. Ну... Да, уж скоро. А ты все такая же, как прежде. Да когда прежде? Ну, когда его родила. Правда, я как-то не обращала внимания. Вам 50 лет? Хотя, ну да, меньше быть не может. Да вас надо показывать римским дамам. Ты у вас скажете тоже. Не нам с вами найти ответ на эту загадку. Она будет привлекать к себе лучшие умы. А сейчас... Прощай, Мария. Прощай. Остальные для тебя уже не существуют. Пытаешься меня в чем-то уличить? Конечно, я попрощался бы со всеми и с тобой. Значит, я не поняла. Думала, ты все забыл, дорогой. Да нет, не забыл. Хочешь, я тебе напомню, милый? Нет, не надо. Может, я тебя обидела, любимый? Или ты успел в кого-нибудь влюбиться, ненаглядный? У меня были совсем другие заботы. А ведь грешил?
Грешил же, друг мой. Если глаз твой соблазнит тебя, вырви его и брось от себя, вот что он говорил. Но любовь, она разве не от Бога? Бог и сам любил. Не так, как ты думаешь. Что я думаю, это для тебя темная ночь, тебе этого не понять. Значит, ты решил совсем покончить с этим, милый друг? Да, решил. А ради чего же, свет мой? Ради того лишь, чему он учил. Оставь свой дом и братьев, и сестер, и жену, и в ответ получишь во сто крат больше. Теперь поняла. Желаю получить тебе побольше сладостного. Если бы я хотел получить побольше житейских благ, ты могла бы надо мной посмеяться. Но ты видишь, я нищ. И так проживу до конца своих дней. Неземных наслаждений мы ищем, свою земную жизнь мы посвятим ему. Хватило бы только сил нести его учение людям. И детей у вас не будет. Значит, не будет. Кто же примет его учение из ваших рук, когда вы состаритесь? Человеческий род не вымрет. А если за вами все пойдут? Все станут такими же праведными, как вы? Все, положим, не пойдут. На это, значит, рассчитывайте. В общем, понятно. В таком тоне я отказываюсь с ней говорить. Скажи ей, Мария! Она здесь? Она ждет вас? Вот она! Нет, нет, не пора. Вы тоже услышали? Пришли порадоваться с нами? Спасибо. Мы вот сами только узнали, никак не опомнимся. Мария, благослови. Скажи, благослови, нужна твоя помощь. Он помогал, ты должен помочь Марии. Я боюсь, не будет пользы от этого. Ну как? Простите, конец речи, я не хочу подойти. Хорошо, простите, вот я коснулась. Мария, прозреть бы мне, дорогая. Да как же я могу это сделать, сам подумай. А ты попробуй, вдруг получится, Мария. Ты уж поверишь, что не получится. Но если ты действительно его мать, быть этого не может, Мария. Я не умею этого. Попробуй, вдруг получится, Мария. Я не умею этого. Я прошу тебя, Мария. Тихо все! Не на площади, в доме находитесь! Давайте сейчас все выйдем, а потом снова зайдем, но уже по одному. Я прав, ну нельзя же так, Марине. Ну нельзя так. Нельзя, нельзя. Ну скажи им, чтобы все вышли, а потом ты с каждым поговоришь. Я с каждым поговорю. Вот, слышите, просят вас, идите. Идите и договоритесь, кто за кем будет, давайте. А кого благословили, те уже идите с Богом по домам, давайте. Так, Мария, давай-ка встанем вот так к Серёзочке. Может, ты встанешь вместо нее? Никак не можешь успокоиться, это честное слово, а? Не время. Значит, я буду пускать по одному, да? Ты с каждым поговори, говори только со мной. Сказала, и тут же замолкни. Они сами додумают то, что им необходимо. Может, ты за нее еще и скажешь? Если надо будет, то и скажу. Ну, готова? Готова. Пускаем. Так, что? Мария, опять слепой. Я не хочу. Да ты не понимаешь, его нельзя отпустить ни с чем. Не пускай его сюда. Я следующий. Простите, что вторгаюсь к вам, но я околачиваюсь около вашего дома со вчерашнего дня. Мне очень нужно поговорить с вами, хотя говорить, очевидно, и нет смысла. Я несчастлив. Живу безрадостно. Почему? В том-то дело, что причин, пожалуй, нет, кроме разве лишь моей собственной глупости. Правда, глупость это особенная, глупость образованная даже мыслящего человека. Дело в том, что вся моя жизнь состоит из сделанных глупых поступков и дальнейших страданий по этому поводу. Вот просыпаюсь утром, вспоминаю, что было вчера, и начинаю вот так вот мотать головой, бормотать. Нет, 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 не было, нет. Но это было, было, ничего, что не поделаешь. А вы когда-нибудь мотаете головой? Тем более, что поступки мои
глупый и корыстный наоборот. Я непрерывно думаю о ближних. Жертвы ради них самым главным. Но потом очень скоро именно из-за этого начинаете хотеться бежать от тех самых людей. Ваш сын учил. Давайте его сдаст вам. Но что, если отдал свой самый дорогой человеку скверному, а он принял это все и теперь смотрит на меня надменно сверху вниз? Правда, ваш сын учил. Возлюбите врагов ваших. А как этого добиться? Очевидно, первоначально нужно приучить себя любить хороших людей, а потом уже всех остальных. Может, они были повернуты к тебе дурной стороной, ну, так же, как и ты к ним. А потом обернуться хорошие, так же, как и ты к ним. Но я обижаю самых ближних, отца, мать. Потом одна голова, уже поздно. Начинаешь думать, как же так, и печали да одинок. Но ведь это грешно и глупо. Тогда бросаюсь в соблазны веселой жизни и опять стыд и похмелье. А у вас бывает когда-нибудь стыд и похмелье? Вот видите, ради чего я терзаю себя в своей единственной собственной жизни? Что возместить мои дурацкие терзания? Загробная жизнь. Но мне трудно поверить в загробную жизнь. Я преклоняюсь перед вашим сыном. Его учение – это гениальные уроки практической морали, и то, что они не только для того, чтобы делать людям добро, но и для излечения своей собственной души, для покоя и гармонии тут, внутри. Но загробная жизнь. Мне поверить в нее мешает, очевидно, образование, знание конкретных наук, предметов. Предположим, что там ничего нет. Тогда все, что у нас тут есть – земля, птицы, люди, все это временно и несущественно. Я имею в виду тех людей, которым трудно в это поверить. Да, но ведь можно быть и свободным от религиозной веры, и при этом оставаться высоко нравственным человеком. Делать людям добро и не терзаться суетой. Разумеется, для этого нужно очень много ума и сердца. Очень много ума и сердца первоначально хотя бы понять. Хотя бы понять! Благодарю вас. Этой беседы я никогда не забуду. Ну, ты все? Скажи там, чтобы обождали, да? Обождите! Обождите! Ну вот. Видишь, как все просто. Какой умный человек. Невропат. Знаете, ваш бог приносит больше пользы, чем римские конкуренты. Мария, иди сюда. Давай. Мария! Мария! Мы ждали тебя, но ты не зовешь нас. Очередь все растет. И если ты будешь метить, мы можем не дождаться. Там собрались одни здоровые, не могут и подождать. Но мы ждать не можем, нам тяжело. Мария! Я не умею этого. Я не умею. Вы говорите, я мать его. Ну и что? Своих матерей вы же не просите, чтобы они вас исцелились. Мария, однажды к твоему сыну подошел человек в проказе. Иисус очистил его. Все это видели, но мне не удалось к нему приблизиться. Мария, жалься надо мной. Мы все верим в тебя. Почему ты сама в себя не веришь? Ты попробуй, вдруг получится. Попробуй. Я умоляю тебя, Мария. Я видел, что получится. Вдруг получится. Попробуй. Уходите отсюда! Дурные слухи застали меня в пути, и я вернулся. Говорят, Мария, ты заставляешь пришедших к тебе людей ждать за дверью дома. Мы прибегли к этому только ради удобства. С тобой говорят. Твой сын, Мария, никогда не заставил бы пришедших к нему людей ждать за дверью дома. Он пригласил бы их войти. Нечего им заходить сюда. У меня дела. У тебя нет сейчас более важных дел. Я 3 ночи не спала.
У меня семья не кормлена, я 3 дня в доме не убиралась. Нужно, чтобы было чисто в душе, а не в доме. В душе у нее чисто. Она Иисуса родилась, у тебя не забывайте, куда вы пришли. Что я могу сделать, если он от рождения слепой? А он что делал в таких случаях? Я не знаю. Все знают, одна ты не знаешь. Дома он этого не делал. Я не видела. Тому, кто истинно верит, не надо видеть. Ради твоего сына, Мария, я хотел молчать. Но теперь скажу ради него же. Однажды мать Иисуса и братья его пришли к дому, где он беседовал с людьми. Хотели поговорить с ним. Он же, узнав о том, проговорил: «Кто? Мать моя и братья мои!» И указал рукой на учеников своих: «Вот! Мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне и сестра, и брат, и мать». Было так, Мария? Не знаю. В дом нас не пустили. А кто не пустил, не знаю. И кто же, ты думаешь, мог вас не пустить? А вы же и не пустили. И зачем же нам понадобилось вас не пускать? Вы же ему даже не сказали, что я пришла. Боялись, что люди увидят его с нами и скажут: «А не плотников ли это сын? Вот же его мать и братья, мы же всех их знаем. Чем же он от них отличается?» И начнут сомневаться в нем. А он Божий сын. Божий сын. Божий сын. В каком смысле? Тебе этого не понять. Это только я знаю. И он знает. Я утверждаю, что ученики ему были роднее, чем родственники. Ибо не здесь его дом, а там. Все-таки, когда он узнал, что за ним придут стражники, он пожалел нас и совершал Пасху не дома, а у чужих людей. Это чтобы я не видела, как его забирают и избивают кольями. Да не потому он совершал Пасху у чужих людей, а потому что они были ему роднее родных. Он ведь как говорил: «Я пришел, чтобы разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Ибо враги человеку домашние его, и кто любит отца и мать своих более, чем меня, тот не достоин меня». Это неправда. Он любил мать. Ты бы умел так любить. Вы говорите, Иисус добрый, а кто его этому научил? Говорите, Иисус смиренный, а откуда у него это? Восхваляете его за то, что он был тверд и не отрекался от истины. А она, почему же мать его должна говорить не то, что думает? Хотите знать? Если бы он снова пришел сюда, вы бы снова предали его и стояли бы в сторонке и смотрели, как его распинают. Братья мои, оставьте этот дом. Здесь нет и следа того, кто некогда жил. И пусть сегодня, когда всюду праздник, здесь будет пусто, как пусто везде, где его нет. Я прошу, не осуждай нас за то, что мы пришли сюда. Как я могу вас осуждать, если я сам пришел сюда? Мария, и ты нас прости. Прости нас за то, что мы просили от тебя невозможного. Все, что он говорил, это клевета. Иисус никогда не стыдился нас. Если бы он презирал своих родных, разве мог бы тогда любить других? И
сестру. Он любил больше, чем ты любил ее. Хоть и не клялся, как ты. А не потому ли я советовал нам? Не клянитесь. Да? Ну что же нам теперь делать? Кого нам теперь слушать? Вы порешили между собой. Кого нам просить о помощи? О помощи? О помощи просить — это его. Он его ученик. Он ходил с ним по дорогам, слушал его слова, переспрашивал, что они значат. А не для того ли учил их Иисус? Чтобы теперь они учили вас. Умоляю, благослови меня. Ты же его ученик. Ты же ходил с ним. Умоляю. Стильва тулия да васунтия, Афирука дикия, плачущие, Ватаха дикия, ибо утешатся, блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо насытятся. Бог избрал вас, бедных и убогих, чтобы посрамить богатых и знатных. Мир вам! Спасибо вам за веру в Него, и ты утешься в своей скорби. Мир вам! Мир вам! Мир вам! Мир вам! Ты что же остался? Иди, исцелитель, паси свое стадо. И твой сын, Мария, всегда исцелял страждущих. И не тебе отнимать веру у тех, кто страдает. Речь идет не только о тех, кто верит в Него, но и о врагах. Когда Иисус изгонял торговцев от храма, они спросили Его, чем Он может доказать, что имеет право так поступать. И Он должен был доказать это своими чудесами. Простите, Мария, что я вмешиваюсь, но мне думается так. Скорее всего, вы правы. Слухи о Его чудесах — это фантазия толпы. Но поймите, ради своей великой задачи Он вынужден был подтверждать эти слухи и творить некоторые так называемые чудеса. Зачем же так подменять? Ну, знаете, без некоторых простительных компромиссов не обойтись, так уж сложилось. Речь идет не о компромиссах. Почему же, что было, то было. Давайте смотреть правде в глаза. Вокруг него всегда толпилось столько жаждущих исцеления, что кто-то действительно исцелился. А чудеса поражают больше, чем проповедь. Вот видишь, Мария, каждый мыслит по-своему, а говорят тебе одно. Неужели ты и теперь не поняла? Значит, мы будем говорить одно, ты будешь говорить другое. Я не буду говорить. Теперь все будут спрашивать о нем. И нам придется отвечать, и тебе, что ты будешь отвечать о его чудесах. Что видела, скажу. А чего не видела, того не знаю. Ну что ж. Будем знать. Фарисей! Фарисей идет сюда! Фарисей, кровавый лоб! Фарисей, чего изволите? Вот, наверное, кого здесь ждут. Эти тоже не верят в его чудеса. А я здесь не нужен. Я пошел! Так. Зачем Фарисей туда все пожаловал, а? Значит так, молчите. Я вас прошу, молчите. Ну, если будет приставать, ну, скажи что-нибудь, да? Тем более ты сама не веришь во все эти чудеса и знамения, так что тебе даже не придется кривить душой. Прошу, прошу вас, прошу. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте.
Не бойтесь меня, я по-хорошему пришел. Вот и здорово, все вместе собрались. Все вместе. А это ваша сестра? Да, это сестра. И ты оставайся, с тобой бы тоже хотел побеседовать. А это старший сводный. А это наш гость из Рима. Путешественник, меценат. Решили посетить нашу страну. Тяжкое, темное время. Осенью у нас хорошо. Осенью у нас хорошо. Я пришел поговорить с этой женщиной. Наши внутренние дела. Не обращайте на меня внимания. Зачем ты пришел сюда? Зачем ты позоришь мой дом? Мария, не я позорил твой дом. Разве можно приходить в дом убитого тобой человека? Я не убивал твоего сына. В душе я был против этого. Но это была единственная возможность доказать, что он не мессия, каким по незнанию или из гордыни себя считал. Уйди. Уйди, прошу, у меня дурные мысли, я бы хотела убить тебя. Мария, Мария! Все эти события так повлияли на нее, вы должны ее понять. Я предполагал прийти сюда позже, но необходимость возникла сейчас. До меня дошел слух, и я хотел бы его проверить, Мария. Небесные знамения и чудеса, которые он якобы творил, знаешь ли ты их? Или это плод воображения слепой толпы, желающих видеть в нем Бога? Так, говорят, ты сказала людям, пришедшим к тебе, и была при этом чиста и сильна душой. Правда ли это, Мария? Быстро пронюхали. Что я говорила? Я не говорила ничего. Но ведь ты же ничего такого не сказала. Просто повтори в двух словах. Я надеюсь, больше ничего не потребуется. Только так. И я тотчас же уйду отсюда, ибо я понимаю, что мое присутствие здесь тягостно. Не надо, Мария! Простите, я тоже советую этот разговор отложить. Вам надо все спокойно обдумать. Приверженцам своего сына ты не нужна. Они хотят, как Бога, вознести его на небо. Они говорят, что Иисус отрекся от тебя, и дом его не здесь. И дети покинут этот дом, ибо родство с божеством, пусть даже отсутствующим, вынести трудно. Бойся этого, Мария. Не прошу тебя, чтобы ты шла к нам. Но пока прошу тебя об одном, не беги от нас, Мария. Он говорил, два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь, который выколачивает подати у бедных людей. Фарисей молился так: Боже, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Мытарь же, ударяя в грудь, говорил и говорил только одно: Боже, грешен я. Будь милостив ко мне грешному. И ушел оправданный. А фарисей так и не получил прощения. Давайте басни. Иисус всегда злобно поносил нас. Он видит вас. Да. Как вы надменно ходите по улицам, ожидая приветствий. Да. Как ищете первенства и почестей. Как, молясь, оборачиваете головы, чтобы знать, видят ли это люди. Да. Как творите милостыню на показ. Да. Он смеялся над вашим благочестием. Его насмешки поражали вас в самое сердце. Вашу ненависть к нему могла утолить только его смерть. Только убийство. Вот женщина, а вот женщина. Сами завтра не вспомнишь, что наговорили. Не убийство, а казнь, Мария. Это разные вещи. Допрос его был произведен строго в присутствии свидетелей. Уже свидетелей! Приговор был вынесен по закону. Почему же вы судили его тайно, а не на людях? Люди, люди. Вот эти люди приветствовали решение суда, а когда его увели к месту казни, они кричали: распни, распни! Несчастные! Несчастные! Мария, Мария! Несчастные! Она должна успокоиться. Но вы-то, вы знаете, сколько бы принес этот... Иисус нам зла. Верное, величественное лицо меня эта проблема мало интересует. А когда бы возбужденный им народ отказался бы платить подать Римской империи, это коснулось бы и вас. Будем объективны, он напротив советовал платить подать Риму. Да, только из-за презрения и нежелания с вами спорить. Ну, спорить он, положим, любил. По поводам менее важным,
но не для того, чтобы выяснить истину, а для того, чтобы победить в нем любыми путями, желательно в присутствии публики. Политик был, политик. К политике, положим, вообще относился иронически. Да, как и вы, кажется. Да, как и я. Удобная позиция. В любом случае, вы оказываетесь выше всех. Политик был и дальновидный. Хотя в дела государственного управления имел представления весьма смутные, а его рассуждения о царях и властях были и вовсе потешны. Они кажутся потешными вам, потому что он не давал себе труда разобраться в ваших муравьиных интригах. Но у него было точное отношение ко всем чиновникам. Каждый из них враг людям. Скучно, скучно слушать вас. Злость всегда скучна, особенно вы, девушка. Да вам ли не знать, что он хотел создать убежище только для души, среди господства злобы и грубой силы? Тогда объясните мне, за что его преследовали и убили, если он такой безобидный человек? Разрешите мне объяснять. Вам будет трудно в этом разобраться. Вам обоим. Почему это мне трудно будет в этом разобраться? Не он политик, а вы политик. И вы! А всякий, кто занят политическими страстями, не может простить другим, если они ставят что-то выше его партийных идеалов. Он ненавидел богатых и знатных. Но он никогда не собирался занять их место. Он хотел уничтожить богатство и власть, но не овладеть ими. Все-таки уничтожить. Но не оружием, а посредством душевной чистоты. А я утверждаю, что он хотел основать новое государство. Хотел беспорядков и революции. Вот это уже ближе к истине. Но кому? Кому он обращался за помощью? К самым немоительным людям, к униженным и смиренным, к женщинам и детям. Революция? Возможно, но какая? Когда все, что сейчас значительно, перестает быть важным. Вот. Вот в чем вся грустность. Он хотел поколебать закон, который существовал века и пребудет вечно. Где он, ваш Иисус, и в чем его учение? Нас здесь трое, и мы не можем прийти к согласию. Как же придут к согласию тысячи и тысячи? А ты пойди по городам и увидишь, как приходят к согласию тысячи и тысячи. Он теперь недоступен вам, а последствия его дел даже представить трудно. Вас же запомнят лишь потому, что вы один миг стояли на его пути. А вот за эти слова ты будешь проклята. И весь этот дом проклят. Пусть этот дом будет пуст! Ну зачем вы так-то? И все, кто живут в этом доме, прокляты! Ты кто? Брат тоже проклят! Дождались. Ну вы, зачем надо было вмешиваться, а? Я вообще ни за что попал. Значит так, не знаю, как вы, а мне пора. Беги, беги, ты все равно уже проклят. Вот и все. Это ты навсегда уходишь. Больше уже сюда не вернешься. Ну зачем так? Просто мне надо идти, а потом я обязательно вернусь. Иди, иди. У тебя столько дел. И с нами много времени потерял. Мария, да если бы ты меня слушал, ты могла бы жить. Да ты... Ты даже не представляешь, как! Для тебя, между прочим, я тоже постарался. Иисус, он учил делать добро. А из вас всех добро здесь делаю только я один. Предпочитайте пропасть ни за что, пожалуйста. Твое дело. И для вас, между прочим, я тоже постарался. Они думают, ты свои выгоды. А взамен мне что получил? А? Проклятие? Еще одного нет. Сынок, да ты же есть хочешь. Вспомнила. Давайте поедим. Вы, наверное, привыкли с вином, простите, у нас нет. Все хорошо, не беспокойся, пожалуйста. Мам, кто-то ходит. Да никто не ходит, сынок. Тебе показалось. Я грубо говорил с вами, простите. Что там, я в жизни не такого наслышалась. Иисус говорил, где соберутся несколько человек и вспомнят о нем, там он и будет среди них.
Ну, это он, наверное, имел в виду, что его будут вспоминать. И вот действительно вспоминаю. Мне бы хотелось как-нибудь помочь вам. Я даже знаю как, но не решаюсь сказать. А вы не говорите. Там кто-то ходит, тебе не показалось. Мне показалось. Вот я и говорю. Вам надо подумать о младшем сыне. Мальчик непрактичный, лишен ярко выраженных склонностей. Мы тут с ним побеседовали, ему бы надо учиться, иначе он пропадет. Сынок, ты хочешь уйти от нас? Почему уйти? Он боится вас огорчить. Обо всем договорились. Мама, ты сама подумай, ну что мне здесь делать? И наоборот, что меня ждет там? Разве это можно сравнить? Так вот в чем дело. Тут волновались, какой сувенир подарить гостю, а он, оказывается, сам себе приглядел. Живой сувенир можно демонстрировать в Риме. Посмотрите, какой милый, забавный, недоразвитый мальчик. Живой брат Иисуса. Говорят, что его брата тоже не все в порядке. Несправедливо. Ты понимаешь, с кем ты говоришь? Его носят на носилках. У него есть в Риме собственный дворец из мрамора. Зачем так? Это не имеет никакого значения. Почему же? Вас носят на носилках? Это существенно. Ты знаешь, что такое Рим? Да кто не был в Риме, тот все равно, что не жил на свете. Там есть цирк. Чтобы пройти его в длину, нужно 10 минут времени. Там есть памятники, статуи. Люди со всего света приезжают, чтобы посмотреть на них. Сынок, а у нас зато... Какая речка? Ну, найдешь ли ты там такую речку? Да, скупается у бассейна. Разве можно сравнить бассейн с речкой? Вот именно, разве можно сравнить? А твои товарищи? Тебе не жалко с ними расставаться? Ведь это уже навсегда. Там найдутся другие товарищи, не хуже. Ну, таких уже не найдешь, сынок. Ну, почему не найду? Они будут смеяться над тобой. Ну, почему же они будут надо мной смеяться? Ну, уж поверь, что будут. Тогда я сам буду над ними смеяться. Да у тебя не получится, малыш. Но все равно я не буду здесь оставаться. Мне постоянно кто-то мерещится. Кто мерещится? Кто? Иисус! Тебе это неприятно? Кому приятно? Иди. Мам, если ты не хочешь, я никуда не поеду. Хочу я, малыш, хочу. Мам! Ну а что ты будешь здесь делать одна без никого? Почему уже одна? Мы вдвоем и с сестрой. Решайте же что-нибудь. Если хочешь остаться, то... Нет. Подождите. Я не знаю. Прости, мам. Придет время, вы поймете, что это к лучшему. Да. Тогда уж не тяните. Есть не успела, она меня гонит. А вы возьмите с собой хлеб, сыр. Его в городе поедим. Вставай, мальчик. Проститесь ли все-таки? Прости меня, маленький, прости меня, обидела тебя, прости, да не вспоминай этого, не вспоминай. Если там среди увлечений веселья что-нибудь напомнит тебе на что, так ты вспоминай лучше, как мы сидели все вместе за столом, а твой хозяин... Не называйте меня так. Быть может, он и полюбит тебя, а нет, и так проживешь. Нельзя в одном птичнике растить орленка и цыплят. Орленок взлетит и разобьется о крышу, а цыплята разбегутся кто куда. Это так, брата, вспоминай Иисуса. Это всегда, где бы ни был. Иди. Надеюсь, увидимся. Да где уж теперь едва. Мам. Мам. Пустеет дом. Пустеет. Нашел время, негодяй, когда уходить. Я его плохо проводила. Вот всегда так. Не получается. Проводишь, как попало. Не
Ничего, Мария. Я обещаю, что не уйду. Лучше, чем дома, тебе нигде не будет. Только и ты уйдешь. Куда? Уйдешь, чтобы сгореть огонечком. Быстро сгоришь. Мало кому посветишь. Так это, что ж получается? Выходит, они добились своего? Оказалось, достаточно расправиться только с одним человеком, только Иисуса нет, и все рухнуло. Каждый тащит кусок его идеи, кому какой по силам. Тошно, Мария. Тошно. Должна сказать, что люди молодые, наше поколение, мы не все понимаем в его учении. Мы, например, не собираемся подставлять другую щеку. Не собираемся ждать, когда все само собой образуется. Погибнешь, сестра, погибнешь. Все равно ничего не изменится. Кто знает? Много крови прольется. Я тут должна сходить. В общем, меня там ждут. Если кто придет, будет меня спрашивать, скажи, ушла по делу. Ничего, что я ухожу. Я ненадолго. Ты отдохни пока. Иди, иди. Я действительно отдохну пока. Чтобы пришли посмотреть, как я живу одна в пустом доме. Ну что ж делать? Надо жить. Надо ждать. Быть может, они еще и вернутся. Вспомнят дорогу в родной дом. Быть может, и ты вернешься. Неведомы твои дела. Только знай. Я долго могу ждать, сколько нужно. Ты явишься, а я дома. Я здесь.
Yeah.